Ребята, всем доброго дня. Существует великая вероятность, что сегодня будет два видео. Ну, я не имею в виду повторяшки, а я имею в виду именно два видео по новинкам. Просто я разорвалась, я не знаю, что делать. Показать вам все-таки заказы от Шаблюль или Америкашу. И решила я все-таки, наверное, начну с заказов. Я вот сидела их сейчас целый час разбирала. Если честно, разобрала только какую-то там четвертую часть. Поэтому, наверное, начнем с них. Вот, а потом... В следующем видео я продолжу с Америкашу уже, как обычно, за столом у себя, потому как освещение там лучше. Ребят, смотрите, вот это кольцо за 44 доллара. Оля Каракай, я надеюсь, что я правильно назвала твою фамилию, из США. 10,61 артикул, просила 8,5 американский с бирюзой. Я знаю, что есть в Израиле магазин, который продает шаблюльские украшения и заявляет, что это элладский камень. Так странно. Я, конечно, не лезу в чужие дела, но, в принципе, нужно знать, что ты продаешь. Шаблюль не вставляет элладский камень. Это бирюза. Бирюза, прессованная из кусочков натуральной бирюзы, где-то с востока привозится и делается из нее кабошочки и вставляется на украшения. Элладским камнем это не пахнет. Я понимаю, еще с хризоколой бы спутали, да, еще куда ни шло, потому как элладский камень – это разновидность хризоколы, просто в песчанике более чуть-чуть измененная, это вкрапление хризоколы в песчаник. А прессованную бирюзу заявить, что это элладский камень, ну, не знаю, не знаю. Ладно, к чему это я, собственно? Да к тому, что, девчонки, когда вы покупаете украшения в магазинах, если вы видите, да и у блогеров, неважно, если вам кажется, что человек... как говорится, несет пургу, смело проверяйте информацию, ибо оказывается, что пургу несут очень многие. Вот. И мы почему-то вынуждены проверять все абсолютно. То ли человек несет пургу от незнания, то ли из злого умысла, чтобы как бы, ну, в какой-то степени даже обмануть. Но, ребята, я за точную информацию во всем. Как бы это хорошо или плохо ни было. Смотрите, вот это кольцо попросила меня заказать. У меня есть 4 или 5 украшений, которые были записаны вместе. Видимо, это один и тот же человек заказал. Но, к сожалению, я забыла имя написать, кто это. Я сейчас вам покажу все эти украшения. И, может, кто-то все-таки найдется. Значит, это 17 размер. Лабрадор синий просили. И вот в таком очень красивом кольце, оно 47 долларов стоит, 18,89 артикул. Мне нравится в этом кольце тот факт, что смотрите, как оно классно сделано. Здесь как бы, видите, непрозрачный, здесь прозрачный. То есть как из двух частей состоит. Очень классно. Короче, девчонки, я не знаю, кто заказал. Сейчас вам покажу все эти украшения, которые пришли на одного и того же человека. Вот, это было первое. Ну, сейчас по мере поступления. Я знаю, что это, этот же человек заказал булавки с гранатом 617. Я знаю, что многие заказали булавки с гранатом, но я имею в виду, что у меня это было записано все в один список. Это второе его украшение, этого человека. 617 за 43 доллара. Дальше... Этот же человек попросил Сониксом 37, это номер артикула 37, за 45 долларов. Вот они, Оникс граненый, такие вогнутые тарелочки. Ребят, кто знает по Украине, что там с таможней происходит? Там, я так поняла, меняются правила, что делать, куда бежать, на какую сумму. Кто в курсе, поведайте мне, что происходит. Так, это третье. Это 37 артикул, 45 долларов. И еще два изделия. Ну, сейчас наткнусь, я вам покажу. Так, смотрите дальше. Это колечко. Только вчера обсуждали. И, наконец-то, оно дошло. Это 9 размер. 438-й, наш самый любимый губка Боб, граненый оникс. Только вчера обсудили, где кольцо, вот оно пришло. Оно уже оплачено, кстати. Так что пойдет в конверте к своей обладательнице.
По-моему, Люда Снадная просила у меня давненько кольцо. Помните, мы называем его Галки Реверук. Это кольцо, которое символ был убитой посылки в Италии, которую размолотили в хлам. Мы так и не поняли, как это произошло. И самое пострадавшее, там было кольцо вот этой модели, 1759, его просто раздавили в дребезги. Вот и с тех пор мы это кольцо так и называем, имени Галки Реверук. Значит, $46. Здесь было заявлено на 7,5, 17,5, оно так и есть. Но что интересно, что здесь граненый такой интересный оникс. Видите, он идет как куполом вверх, я бы сказала. И убейте меня, я не помню, в прошлых моделях был граненый оникс или кабошоном. Но в любом случае, в данном кольце у нас стоит граненый оникс. Так что, Люда, посмотри и скажи мне, что к чему. $46. Дальше. Елена Гельд просила меня булавки, не булавки, а сперматозоиды кианитовые. Девчонки, кто первый раз на нашем канале, не пугайтесь. У нас много странных названий. Ну, согласитесь, что похоже спермики с хвостами. Вот, это по $34. Вот это был ее заказ. Далее. Циркова просила часы. Девчонки, извиняюсь, что я без имени, а сразу по фамилии. Я просто же записываю, чтобы покороче. Она мне просила часы на 17,5. Вот этот вот артикул. А точнее 714. $140 эти часы. Я их по ошибке заказала два раза. Так что у меня есть вторая такая же пара на продажу. Сейчас, ребята, я промерю. У меня здесь линейка есть. Да, они 17,5. Как и обещано. То есть у меня одни такие часики лишние получаются. Если я ничего не путаю, да, может быть вариант, что кто-то еще тоже заказал. Ну, просто на обеих часах, обеих часах, не знаю, как сказать правильнее, написано 17,5. То есть они близнецы-братья. Так, далее у нас за $49 артикул 1206 Лариса Бондаренко просила вот такой браслет с тоглом в виде сердца, жемчуга. $49 он стоит. Вот он. Пришел. Лариса Бондаренко. Вы знаете, что у нас уже 5 Бондаренко в блоге? Так, дальше. Второе кольцо неопознанной девушки. Это вот это. $55 полностью гранат. Это 17 размер. Это артикул D636. Это было рядом с булавками 617. И рядом с серьгами. Ну, то, что я вам показала. И также пришел за $112. Пришло колье 42,50. Это было в том же списке. Вот оно. То есть не совсем понятно, кто же это все попросил, а имя я не написала. Дальше кольцо проволочки с гранатом. Алевтина просила на 9 размер, то есть 19, $42. Вот оно и пришло. 371 артикул. Так, девушки, если у кого-то произошла такая горестная ситуация, и вы потеряли одну серьгу шаблюлевскую, вот у нас сейчас мы переживаем такой момент, можно у них красиво попросить сделать одну серьгу дополнительную, чем покупать новую пару или выбрасывать ту, которая осталась. Имейте в виду. Так что не спешите горевать. Смотрите, $52. Это тоже Люда Снадная просила. Это красивое очень кольцо, кстати. Кианит неплохой. Оно проходит на 18 размер. Это артикул 1245. Так.
Лотарева попросила у меня три пары одинаковых серег. Я постеснялась спросить, зачем мне три пары, и заказала. Вот они. Ну, я все три не буду показывать, они одинаковые. $35 одна пара. Ты мне должна рассказать этот секрет, зачем тебе три. Но, короче, пришли все три. Такие листики классные. Чисто серебряные, без вставок. Для любителей. Чисто серебра. Между прочим, можно потом, конечно же, в любой гарнитур такие вещи вставить. Смотрите, Ольга из Питера просила у меня опаловый браслет. Было написано на 20,5 сантиметров. Этот браслет с дополнительным звеном, он стоит $115, но мне кажется, что он не на 20,5 сантиметров. Сейчас я это промерю здесь прямо. Он на 19, сколько? 17, на 19, он не 20,5, он 19. Скажи мне, пожалуйста, дорогая, если тебе это коротко, я им верну, пусть еще добавят. Что они могут добавить? Они могут звено вот такое вот добавить, еще одно. Так что ты мне обязательно в личку напиши, что происходит с этим делом. Может быть, кто-то заказал просто такой браслет с дополнительным звеном, а твой на 20,5 еще не пришел. Это тоже реально. Поэтому, девчонки, Илана, по-моему, просила у меня, все, кто просил опаловый браслет удлиненный, напишите, и мы выясним, чье пальто. Так, дальше. Роза просила у меня три колечка маленьких, которые у нас обычно, они идут три по цене двух. Сейчас я их все пооткрываю и покажу. На маленький очень размер, 5,5 американский. Вот сейчас я вам их продемонстрирую. Сейчас только резкость наведу. Смотрите, вот они идут. Она просила квадратный красный, прямоугольный голубой и треугольный белый. То есть эти кольца, которые мы их собираем, уже несколько раз девчонки заказывали. То есть это кольца, которые можно чередовать, менять, носить по одному, не по одному, как хотите, короче. Так, артикул, если кого-то интересует, 27-23, 27-24, 27-25. Это роза. Заказала 100%. Так, что еще у меня интересного есть? Опять же Циркова, опять же извиняюсь, что по фамилии без имени, за $58. 22,60. Нина, это не твой, даже и не думай. Это из старых заказов с июня месяца. Она просила также удлиненные. И сейчас у девушки, если разрешите, я вам даже сообщу. Да, этот, он получается где-то на 50. Сейчас, знаете что? Секунду, я промерю. Да, девушки, я остановила и промерила. Он 55. 55,5. Все верно. Так, далее. Это цирковый кольешка. 22,60. $58 его цена. Так, девушки, еще у меня осталось вам показать. Здесь кучу серег, которые, может быть, кто-то и заказал. Но я попросила. Сейчас вам скажу, о чем я говорю. Вот они. Это легендарные Ай-206. Их тут 5 штук. Есть те, которые заказные, а есть те, которые мне просто захотелось поиграться. Я имею в виду вот эти серьги. Кто просил, и с чем просили, напишите мне в личку или, ну, в комментарии, в личку, неважно. Те, кто не просил, то есть те серьги, которые будут сейчас как бы просто потому, как они есть, их мы выставляем на продажу. $46 такая пара серег с французской петлей. И я знаю точно, что, по-моему, две пары должны быть под заказ. Остальные это уже
моя инициатива. Значит, я вам сейчас показала с аметистом. Пришла пара. Это с гранатом. Я не знаю, тут немножко темновато, видно или нет, но это гранат. Вот он. С гранатом, девушки, две пары пришло. Не буду вам показывать. А, нет, пардоньте, я извиняюсь. Третья пара с ониксом. Это мне показалось, что это гранат. Оникс черный. Кстати, красиво очень. Вообще модель хорошая. Вот она. Оникс. И девчонки, пришло две пары с опалами. Видимо, было всего 4 вставки. Я попросила 5 пар, и они мне распределили таким образом. Я вам вторую пару не буду открывать, они одинаковые, тоже очень красиво. По $46. То есть здесь должна быть две пары чьи-то. Остальные выставляю в продажу. Так, все, на этом мы заканчиваем. Пойду я дальше разбирать ящичек. И дальше буду вам сообщать, что я в нем накопала. Пока не прощаюсь.